Всем приветик, всем ответик. Доброго дня, здравствуйте. Ой, погода творится просто непонятно. Сегодня солнца нету, но духота невозможная. И вот сейчас уже начинает где-то подгрымывать. Скорее всего, что-то будет, ну, очень нехорошее. Ну, первым делом приехал и покрасил, покрыл террасным маслом доски. Будем ждать непогоду, сидеть дома. Больше делать пока тогда нечего. Ну вот и дождик. Пока еще небольшой. Будем ждать. О, грым-грым. Небольшой такой дождичек прошел. Ну, духота пропала, но пока ничего такого серьезного. Помидорки у нас прут конкретно. Она уже начинает краснеть. Ну, прекрасно. Приезду внучек, тут еще мне кучу обкоски большую обкоску травы делать. 5 июля отправляемся в Ригу, в аэропорт, встречать наших внучек. Держи вот так. Держи. Все, ваше благородие. Да? Все. Едем. Ну вот как-то так получилось.
Другого варианта здесь не было. Пойдет. Не пойдет, а поедет даже. Ну, надо привести свою голову в порядок. Идем к цирюльнику. Так, я в полном порядке. И завтра в 8 утра выезжаем в Ригу в аэропорт встречать внучек. Остановочка по пути в Ригу. И как всегда, рановато приехали, выжидаем. Холодно как раз одеется. Ну вот все, приехали, идем встречать, ждать волнующий, трепетный момент. А где няня? Всем привет, привет! Привет! Вы в деревне? Шестичасовое путешествие туда и обратно в Ригу и в Дагупилс. И подустали, конечно, но все нормально. Эту неделю даже практически вообще не было времени что-то снимать. В самом начале снял тут в сюжете, как мы делали дверь в сарай. А так все в делах, подготовка, встречи своих. И то туда, то сюда. Так что сейчас оклемаемся и буду продолжать какие-то съемки. Ну что? Всем до свидания, пока-пока, до новых встреч, всем мира и добра.